поздравить всех одесситов и гостей города и всех, кто служит в театре, с большим праздником, началом очередного, уже третьего по счету, фестиваля «Зимний променад». Мы очень хотим, чтобы у нас в театре было как можно больше ярких, интересных событий, и чтобы, так сказать, зимняя погода все равно была наполнена яркой, солнечной эмоцией. И поэтому мы этот фестиваль специально придумали зимой, чтобы, так сказать, чтобы одесситы не впадали в спячку. Нравится реакция зала. И я очень надеюсь, что эти эмоции сохранятся и на сейчас на премьерную Шахерезаду. Спасибо большое. Можно желать удачи перед премьерой? Можно, нужно. Очень понравилось, был теплый зритель. Музыка настолько заводит, что вы не можете остановиться. На самом деле вы умираете уже после 3 минут танца. Слава Богу, что ребята получают такое удовольствие, потому что спектакль действительно им очень нравится. Это сказочный, это кайфовый спектакль, скажем так, просто. Да, это действительно кайф для солистов и также для артистов балета. Им в удовольствие. У нас в копилочке еще один красочный, прекрасный спектакль, который понравился, мы уже видим, зрителю, и который будет идти и долго радовать нас, одесситов. Зрителю понравилось, это точно. Значит, все получилось. Да. Спасибо. Спасибо.